8 июня 2023 года, в преддверии своего десятилетия, крупнейший на юге страны торгово-выставочный комплекс «Южный» провел День открытых дверей. Компания является дилером более 30 поставщиков сельхозтехники, а также эксклюзивным дилером тракторов «Кировец» в Ростовской области, успешно осуществляя программу импортозамещения. Петербургский тракторный завод-изготовитель сконцентрировал на своей площадке и производстве более 70% комплектующих, создавая современный, качественный и востребованный российскими аграриями трактор. Вне зависимости от внешних факторов, наша общая задача, чтобы наш агропромышленный комплекс работал без сбоев, как единый механизм. Результаты сельскохозяйственной отрасли очень много зависят от модернизации тракторного парка, над чем и работает наш коллектив уже более 60 лет, чтобы с нашего конвейера выходили комфортные, надежные, производительные кировцы. Представлена заводом новинка премиального класса, техника с двигателем Вичай 430 и 460 лошадей, которые мы запускаем вместо двигателя Mercedes. Сейчас на основные узлы завод дает гарантию 3000 моточасов или 3 года, что наступит ранее. ТВК «Южный» предоставляет своим клиентам полный спектр прицепной навесной сельскохозяйственной техники, решений для точного земледелия. Вот уже 5-й год мы поставляем самые инновационные решения для точного земледелия в области сельского хозяйства. Самое главное из них – это, конечно же, наш автопилот, который позволяет работать с точностью до 2,5 сантиметров. Принимает спутниковый сигнал «Атлас», также работает от базовых станций РТК. Используем мы его на любых типах сельскохозяйственной техники, будь то тракторы, комбайны или самоходные опрыскиватели. Каждый год мы увеличиваем объемы поставок, и все больше сельхозпредприятий могут по достоинству оценить удобство и экономическую эффективность использования наших автопилотов. Немаловажны для аграриев своевременные услуги по ремонту с использованием оригинальных запчастей с отечественных заводов-изготовителей. Это уже обновленный цех, который открыли в январе 2021 года. Мы занимаемся ремонтом и восстановлением коробки передач, двигателя, мосты и топливная аппаратура. Все специалисты проходят ежегодное обучение на заводах изготовителей. После ремонта все узлы и агрегаты проходят обкатку на заводских специализированных стендах. В 2022 году открыт новый склад площадью 1500 квадратных метров, что позволяет держать в наличии широкий ассортимент запасных частей более чем 10 тысяч наименований. На протяжении долгого времени сотрудничаем с компанией. Сервис своевременный, всегда исполнительный. Большое им спасибо. Как говорится, дай бог здоровья, чтобы и дальше продолжали, развивались в том же духе, в том же плане. В этот день на выставочной площадке были анонсированы новинки ведущих производителей сельхозтехники. Модернизированный трактор «Кировец К7М». Дисковый посевной комплекс с усовершенствованным высевающим аппаратом. Каток кольчато-зубчатый прикатывающий. Отечественный аналог немецкого орудия. В мероприятии приняли участие представители Петербургского тракторного завода, региональных структур сферы АПК, кредитной организации, руководители сельскохозяйственных предприятий и более 300 фермерских хозяйств. Благодаря подобным мероприятиям клиенты могут не только познакомиться с последними новинками, а также пообщаться и обменяться бесценным опытом.